рабочий списочный состав поступило 18 заявлений. Хочется отметить, что среди обратившихся 3/4 поступают, которые дела направляются межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России Серовский. То есть в основном, то есть если обратиться, что у нас 7 в прошлом году было направлено личных дел, 5 поступили в институт системы МВД. Это в городе Екатеринбурге, это Уральский юридический институт. То есть это престижно, там полное государственное обеспечение, кроме того, ежемесячно выплачивается денежное удовольствие. Какие специальности? Это национальная безопасность, судебная экспертиза, правоохранительная деятельность. Спасибо. МВД предоставляет государственные услуги.